Добрый день, вашему вниманию представляем новую портативную караоке-колонку SkyDisco. В комплект входят непосредственно само устройство, вот такая портативная колоночка, провод питания, провод зарядки для самого устройства, дистанционный пульт, два провода AUX. Это провод зарядки сразу на два микрофона от одного USB разъема и инструкция. Где же микрофоны? Микрофоны находятся непосредственно в самом устройстве, что для портативной колонки очень хороший и интересный ход. Как же работает переносная караоке-колонка SkyDisco? Она переносная, значит, она на аккумуляторах, ее нужно заряжать. Также заряжаются отдельно ее микрофоны. Все провода идут в комплекте. Микрофоны, как было сказано ранее, хранятся внутри корпуса. Таким образом, два микрофона. Управление колонкой на верхней панели. Здесь настройки громкости звука, громкости микрофонов, уровень эхо, управление медиаплеером, который в том числе у вас подключен по Bluetooth будет. Два микрофонный разъем и разъем для подключения музыкальных инструментов. Можно подключить электрогитару. Кнопка включения-выключения устройства и разъем для зарядки. Все это находится как на верхнем корпусе, так и управление есть на дистанционном пульте. На дистанционном пульте можно обратить внимание, есть громкость микрофона отдельно, громкость звучания фонограммы. Это управление медиаплеером. Допустим, если у вас сейчас будет подключен телефон, то можно управлять настройки эхо, настройка переключения сигнала, ну, это имеется в виду AUX или Bluetooth у вас, настройки звучания по частотам, есть настройка эквалайзера и всевозможные звуковые и игровые эффекты. Подключим нашу переносную караоке-колонку SkyDisco к телевизору для создания караоке-системы. Зайдем в настройки нашего телевизора, либо, как в нашем случае, караоке-приставки, к которому он подключен. Выберем настройки Bluetooth. Bluetooth-колонка называется W450. Пожалуйста, звук подключения. Устройство может работать. Далее. Найдем YouTube. Откроем караоке ролик. Включаем микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три. Все великолепно работает. Подстраивайте эхо, подстраивайте громкость музыки. Немножко уберем громкость микрофона. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Все прекрасно работает.